Creative Motion Pictures представляет. Фильм Асуна Маварди. Сомалийские пираты убили американских заложников. В ролях Робин Шу. Корабль из Южной Кореи атакован пиратами в Индийском океане. Верди Пхаванта. Яюк Афунру, Марцио Фернандо да Силва. Настоящие авантюристы. Пираты атакуют второе американское судно. Эндрю Линкольн Сулейман и Карина Надила. На Сейшелах спасли 4 рыбаков, захваченных пиратами. Китайское грузовое судно и его команда захвачены пиратами. Пираты напали на круизный лайнер. Повстанцев Ачеха обвиняют в пиратстве. Оператор Арди Лам. Больше всего пиратских нападений происходит в Индонезии. Военный корабль США уничтожил пиратское судно. Авторы сценария – Мэтью Райан Фишер, Даглас Галт и Асун Маварди. Банды пиратов орудуют в Малакском проливе. Братья-пираты. Мы были братьями. Не по крови, а по желанию. Режиссер Асун Маварди. Мы были детьми и стали... мужчины. Сегодня круг замкнулся. Как мы дошли до этого? Сани, у тебя всегда есть я. Пойдем. Сколько рыбы мы сегодня поймаем? Думаю, очень много. Хорошо, да. Сани, смотри, здесь. Вот. Тебе помочь? Не надо. Я сам. Ты обалдел? Простите. Простите, да? Вы слышали... Он сожалеет. Да я его уже прибить готов. Что вам вообще здесь надо? Убирайтесь отсюда, пока целы. Приятель, не надо злиться. Твой улов цел. Вот. А? Ну что, нашел свою рыбу? Ты об этом пожалеешь. Идем. Стойте! Эй! Не трогайте удочку! Ломбард. Стой здесь.
Много дали? Не очень. На яйца и хлеб. Идем. И что это? Положи назад. Ведь воровать нехорошо. Ты это знаешь. Но я хочу это. Ты ведь тоже украл ту удочку. Слушай, я сделал это, чтобы купить еду. Но это не значит, что ты тоже можешь красть. Тем более, тот парень — козел. Ты можешь красть, а я нет. А если владелец — козел? Это плохое слово. Не нужно его повторять. Что там случилось? Верни шоколад. Нет. Верни шоколад и извинись. Что там? Ну, давай. Красть нехорошо. Но я был голоден. Простите. Я пытаюсь вырастить его честным человеком. Он не вор. Я заплачу за шоколад. Вот. Кто ваши родители? У нас нет родителей. Я смотрю, вам живется непросто. И проблем хватает. Слушай своего старшего брата. Хорошо, что он у тебя есть. Ладно. Держи. Можете выйти через заднюю дверь. Спасибо. Да. Иди. Сани, беги! Оставь это! Делать? Я подсажу тебя. А как же ты? Я их задержу. Я спасу тебя. Быстрее! Помни, малыш, всегда будь честным. Теперь беги. Нет, нет! Вот он! Ну что, попался, пацан? Ты меня оскорбил. Я не понимаю. Испачкал ботинок. Думал, спрячешься от меня в магазине? Я не специально. Поздно.
Идем. Брат. 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 Привет, малыш. Ты один? У меня больше никого нет. Ладно, я отвезу тебя в одно хорошее место. Идем. Не бойся меня. Детский дом «Материнская любовь». Звали господин директор? Да. Санни, знакомься, это Верди, да?
Может, ты ему все здесь покажешь? Хорошо? Да? Он пока стесняется. Отведи его. Давай. Нечего тут показывать. Столовая. Там дальше спальня. Большую часть времени мы обычно проводим здесь. А где сейчас мои родители? Это детский дом. Если ты здесь, значит, у тебя больше нет семьи. Эй, хватит! Спасибо. Было здорово. Где ты научился так драться? Брат меня научил. Он тоже здесь? Нет. Его убили. Убили? Мы можем стать братьями. Я буду твоей семьей. С братьями? Хорошо. Ладно, давай есть. Спасибо. Идем. Мы с женой очень хотим чем-нибудь помочь этим несчастным детям. Да. Мы решили, что оба хотим что-то сделать. Да. Мы будем рады любой помощи. Например, можно перевести для нас благотворительное пожертвование. Да, это можно. Но дело в том, что... мы с женой хотим воспитывать ребенка. Судьба была ко мне благосклонна и в бизнесе, и в любви. Но детей, к сожалению, у нас нет. Мне нужен сын, который продолжит мое дело. У меня нет сына, я хотел бы усыновить кого-то из ваших мальчиков. У меня тоже нет детей. Всю свою жизнь я посвятил тем детям, которые, к несчастью, остались одни.
Думаю, я смогу вам помочь. Дети, как вы видите, наши дети спокойные и хорошо воспитанные. Да. Сегодня повезет. Думаешь, что выберут тебя? Ну не тебя же. Меня что? Скажите, здесь у вас все дети? Нет. Здесь собраны наши лучшие. Да. Они воспитаны и умеют себя вести. Они точно подойдут семье вашего статуса. Ну, что ты решил? Может, я немного наивен, но я был полностью уверен, что почувствую сердцем, кого выбрать. Милый, здесь немало хороших мальчиков, умных, воспитанных. Уверена, любой из них станет прекрасным сыном и твоим наследником. Да, но я представлял это как-то по-другому. Я в молодости был амбициозен. Наверное, я хочу видеть у своего наследника какой-то огонь в глазах, характер. Я понимаю. Я хочу невозможного. Эй, эй, эй! Прекратите! Хватит! Стойте! Если вы хотите жить здесь, научитесь себя хорошо вести. Да. А можно мне с ним поговорить? Да, конечно. Сейчас. А вы идите, идите. Дети. Ты немного вспыльчивый. Не надо стыдиться этого, всякое бывает. Расскажи мне, что случилось? Они вечно пристают к моему лучшему другу. Я его просто защищаю. Да, понимаю. Хороший друг. Верный. Молодец. Не часто встретишь человека настолько преданного другу. Ты хотел бы начать новую жизнь в нашей семье? Сказать честно? Конечно. Я всегда за честность. Моему другу семья нужна гораздо больше, чем мне. Значит, ты предлагаешь мне усыновить твоего друга вместо тебя, так? Похоже, вы оба славные ребята. Мне понравился твой друг, но я тебя не понимаю. Ты хоть представляешь, что именно ты упускаешь? Да. Уверен, что я справлюсь. А вот Верди, позаботьтесь о нем. Не слишком ли это большая жертва? Если ты точно все решил, то мы усыновим твоего друга. Да? Вот. Вер, эти люди хотят поговорить с тобой. Да? Прошу. Я никуда с ними не поеду. У меня есть отличный план. Какой план? Я сбегу отсюда. Так нельзя, Верди. Они хотят разлучить нас. Но я этого не позволю. Мы оба сбежим.
Зачем мне бежать с тобой, Вер? Мы же братья. Братья? Да я просто тогда пожалел маленького Плаксу. Ты врешь! Не знаю почему, но ты врешь! Я вовсе не твой брат. Хорошо, что тебя забирают. Я хотел для него другой жизни. Нужно было полностью разорвать нашу связь. Двадцать лет спустя. У меня был свой путь, а у моего старого друга свой. И мы не знали, что нас ждет впереди. Долгие годы разработок привели к созданию принципиально новых процессоров. Они принесут небывалую прибыль, поскольку будут обеспечивать спутниковые системы вооружения. А разве не продвинутые системы связи? Да. Конечно, у нас будет несколько заявок для коммерческих структур. Они пойдут в первую очередь. Я бы не хотел тратить время членов правления на пустые споры. Я лишь хотел обозначить направления, которые являются наиболее прибыльными. Итак. Первая партия. Это вовсе не пустые споры. Это вопросы морали и этики. Может... Мы обсудим эту тему как-нибудь в другой раз? Мы разработали эту технологию. И я хочу быть уверен, что мы работаем на благо людей, а не против них. Понятно. Но ты недавно занял место отца. А мы с ним построили компанию с нуля. И у нас никогда не было никаких разногласий. А при чем здесь мой отец? Мы с ним были знакомы до того, как он усыновил тебя. Я ценю вашу работу. Хорошо. Я пытался привести свои аргументы, но, похоже, у меня не получилось. Да, вы хорошо знали отца.
Позвольте вам напомнить. Он много работал и оставил мне контрольный пакет акций нашей компании. Так что я вообще могу ничего с вами не обсуждать. Я прав, верно? Я знал, что ты так скажешь. Я прав или нет? Да. Хорошо. Спасибо. Встреча получилась напряженной. Прости. Надеюсь, это никак не отразится на работе. Ну, я должен вам доверять. Да, конечно. Я немного изменил план поставок. Что ж, я его посмотрю. Да. Слушайте, я знаю, что последний год был очень сложным. Смерть отца. Мне пришлось вникать в дела. Нам с вами совсем не обязательно ссориться. Согласен. Наша цель ясна. Здесь нет никаких мелочей. Может, я отменю свой отпуск. Ну, если ты мне не доверяешь, Вер, то можешь остаться. Зря вы так говорите. Если ты останешься, твоя красивая подружка будет очень недовольна. Она поймет. Возможно. Или решит, что ты великий трудоголик. Поверь, все будет хорошо. Я прослежу за всем. Несмотря на наши разногласия, я готов заботиться о твоих интересах. Я подумаю. Отдохни. Обязательно. Ты это заслужил. Верди, так и знала, что ты здесь. Извини, заработался. Отлично выглядишь. Ты тоже. Что это? Ничего. Мои воспоминания. Знаешь, у меня когда-то был хороший друг в детском доме. Я искал его. Так мило. Нашел? Пока нет. Создается такое впечатление, что он исчез. Его усыновили? Да. Его увезли из страны. Следы теряются. Вряд ли я его еще когда-нибудь увижу. Не отчаивайся. Идем, а то еще опоздаем. Да. Ты все взял? Да. Люди готовы? Да. У нас есть две цели. Захватить товар и человека. Мы ждем приказа. Я очень рада, что вы смогли заглянуть ко мне перед отъездом.
Конечно, мы тоже рады. Да, 3 недели на море вдвоем. Очень романтично. Правда, Вер? Да, ма. Мэл, извини, ты можешь принести фрукты? Да. Все в порядке, Вер? Да. Я хотел посоветоваться. О чем, Вер? Мелани просто необыкновенная девушка. Думаю, я люблю ее. Я очень рада, Вер. Вер, твой отец был бы счастлив, если бы ты вручил Мелани кольцо, которое когда-то давно мне подарил твой отец. Вот если бы папа был с нами. Он в наших сердцах. Я это знаю. Ты похожа на свою маму в юности. Я это вижу. Такая же красавица. Спасибо. Мама, нам пора уходить. Нужно собраться. Ладно, мы пойдем. Спасибо. Идем. Мама. Пока. Там, в другом мире, каждый живет сам по себе. Но не здесь. Мы единое целое. И завтра у нас будет великий день. Если выиграем, разбогатеем. Проигрыш невозможен. Вперед, ребята! Вперед! Я согласен. Ну, с чего начнем? Итак, мы можем нырять и наблюдать за жизнью подводного мира или искать затонувшие суда, или уплыть далеко и побыть только вдвоем. Выбери сам. Мне все равно, чем заниматься. Лишь бы быть вместе. Мел, я думаю, что впервые в своей жизни встретил по-настоящему родственную душу. Выходи за меня. О, нет. Боже! Спокойно. Кто это, Вер? Пираты. Идем.
Простите, для проезда нужен пропуск. Мы ищем склад DBA. Вы его проехали. Нужно было повернуть направо. Ясно. Эй, туда нельзя. Эй, стойте! Эй, сюда нельзя. Эй, что вы здесь делаете? Эй! Зачем ты убил охранников? Мне так захотелось. Грузите! Здесь. А ты? Я разберусь. Останься со мной. Не уходи. Я вернусь. Обещаю. Прячься. Кто вы такие? Нам нужен ты. Ha ha ha!
Нет! Мир! Не трогай ее! Уведи! Мерди! Что с ним делать дальше? Не твое дело. Думаю, нам всем не нужны сюрпризы. Мы получим хороший выкуп. И конец богатенькому мальчику. Привет, Верди. Черт. Кем ты стал? Ты не поймешь. Нет, я пойму. Ты же вырос на улице, среди бандитов. Сиди тихо. Мы были братьями. Ты меня бросил. А сам стал простым бандитом. Слушай, заткнись. Я пытаюсь помочь. Не надо меня спасать. Мне не нужна твоя помощь. Давай, беги, пока они тебя не убили. А Мелани? Стой! Эй! Нет, не стреляй! Верди, слушай, нет времени объяснять. Сейчас тебе надо бежать. Прочь с дороги. Санни! Черт, он сбежал! Развернемся? Нет, поздно. Не догнать. Плывем на базу. Что скажет босс? Тихо. Я тебе помогу. Я помогу. Что ты делаешь? Я хотел проверить, чтобы не сбежала. Да? Как сбежал ее дружок? Он был сильнее нас.
Ты сам доложишь боссу. А сейчас иди отсюда. Мам? Как ты, Вер? Все хорошо. Сообщили, что твоя яхта пропала. Да, пираты напали. Что? Пираты? Дайте мне. Эй, Верди, я рад, что все в порядке. Где ты? Я сейчас на каком-то пляже. Вам кто-нибудь звонил? Нет, пока никто не звонил. Предлагаю разобраться с этим самим. Просто заплатить. Лучше не обращаться в полицию. Справимся. Сами. Что это? Где заложник? Прости, босс. Он сбежал. Помолчи. Я находился на нижней палубе, когда он сбежал, босс. Как он мог один сбежать от восьмерых? Спроси вот его. Эй, ты на что намекаешь, придурок? Это ты дал ему уйти! Без меня ты его никогда не схватил бы! Что ты делал на палубе? Проверял его! Тихо! Вы все должны вернуть его. Облажаетесь, и я скормлю вас всех акулам. А сейчас пошли вон. А с ней что? Смотрите за ней в оба, ясно? Алло? Верди. Рад слышать. Что с Мелани? Ничего, все в порядке. Я не верю. Отпусти ее. Не могу. Прошу, верь мне. Мне плевать. Скажи, где вы? Я приду. Верди, мне пора. Я тебе перезвоню. Санни! Ты куда это? Я собираюсь отлить. А что? Посмотришь? Нет. Я просто хочу тебе напомнить, что у нас одно задание. Предлагаю прекратить ссориться и пойти выпить. Что скажешь? Да, давай. Я сжимал его горло. Я давил и давил, пока он не перестал дергаться. И все это время я смотрел ему в глаза, и мое лицо — последнее, что он видел перед смертью. Он получил по заслугам. Знаешь, кого я ненавижу больше всего? Нет. Скажи, тех, кто считает, что они умнее меня. Они думают, что все знают, но я-то вижу их насквозь. Если ты о том парне, то тут я не мог ничего сделать. Я знаю, ты помог ему сбежать. Но только не знаю, почему. Ладно, я пошел. Не спеши. Сначала ответь. Let's go.
Дай мне все объяснить. Выслушай меня. Отвали. Я не хочу тебя калечить. Не переживай, дерись. Ладно. Хочешь драться? Да? Это не те ящики! Там были только эти. Мы сделали все в точности, как вы велели. Мы с Саней приехали на место. Одну минуту. Черт, ублюдок! Кто? Сани. Похоже, он подменил их. А ты куда смотрел? Нужно было сначала убедиться. Я никогда ему не доверял. Черт! Он агент полиции. Это плохо. Клиент будет недоволен. Верди, я не пират. Я из Интерпола. Что? Я агент под прикрытием. Я внедрился в эту банду. И напал на меня? Ужасная ошибка. Я говорю правду. Ладно. Значит, Интерпол возьмет банду и спасет Мелани. Так не получится. Я под прикрытием. Значит, действую один. А как же она? Ты оставил ее там. Надо спасти ее. Спасем. Но ты должен спрятаться. Нет, я не уйду, не сейчас. Я с тобой. И не уговаривай. Ладно. Но только ты должен во всем слушаться меня. Ладно. Но потом я не хочу тебя видеть. Как скажешь, брат. Держи. Спасибо. Здесь безопасно. Мне нужно кое-что забрать. Отдыхай. Только ничего не трогай. Ладно. Алло, Верди? Да, Парос. Ты на свободе? Да, но Мелани... у пиратов. Это ужасно. И груз захвачен пиратами. Они явно охотились за микрочипами, но не вышло. Да... произошла путаница. Я никому не говорил про этот груз. Разберемся при встрече. Ладно? Ладно. Оставайся там. Потом свяжемся. Я знаю, где он сейчас. Не подведи. Что ты делаешь? С кем говорил? Кому звонил? А?
Что это? Это не для тебя. Ты вложился в меня? Я вложился в компанию. Ты здесь ни при чем. Ты напал на меня и на мою невесту. Это не случайное совпадение. Ты знал? Нет, я не знал. Я просто должен был забрать груз, и все. Я тебе не верю. Ты украл груз, но там не было микрочипов. Я изменил маршрут. Груза там не оказалось. Мой партнер подтвердил. Погоди-ка. А откуда он знает, что мы взяли на складе не тот груз? Ты сказал ему, где ты? Сказал? Уходим отсюда. Срочно. Ух ты. Едва успели. Успели? Мы чудом спаслись. Но спаслись же. Знаешь что? Ты достал. Дальше сам. Что? Что? Это не игра. Эти люди очень опасны, и они ни перед чем не остановятся. Если тебе плевать на себя, то подумай о Мелани. Что мне делать? Я не знаю, думай сам. Если доберемся до груза раньше, чем они, то спасем ее. Что скажешь? Возможно. Но только теперь во всем слушай меня. Ясно? Ладно, ладно. Не отвечает. Почему? Пошел! Я понял. Ему помогают. Я сам разберусь. Где ты жил после приюта? Несколько лет жил на островах, а потом осел в Штатах. Не искал меня? Мы же были как братья. Были причины. И потом, я знал, что у тебя хорошая семья. Ясно. А я тебя искал. Переживал, жив ты еще или нет. Чем ты занимался? Искал убийцу брата. И нашел? Да. Ты отомстил ему? Нет. Пока нет. Но отомщу. Это он. Включи на громкую. Алло, Верди? Да. Ты где? А что? Ну, я послал за тобой машину, но тебя там не было. Да, я понял, что там опасно оставаться. Ну и ушел. Ясно. И где ты? Я сам за тобой приеду, и мы вместе придумаем, как спасти Мелани. Нам многое с вами нужно обсудить. Верно? У нас есть сигнал. Покончите с ним. Эй, чего вы ждете? Почему ты мне не отвечаешь? Ты глухой? Эй, идем. Эй, о чем это ты? Не притворяйтесь.
Я не дурак. Это вы организовали нападение на яхту. Верно? А ты умный мальчик, да? Помни, что от тебя зависит жизнь твоей подружки. Если она пострадает, я сам убью вас. Не нервничай. Просто верни то, что принадлежит мне. Вы были другом отца. Вы предали его. Эй, твой отец сделал бы то же самое. Он бы не упустил такой возможности. Врешь. Да? А прикинь, откуда первоначальный капитал? Мы финансировали пиратов и заработали на этом кучу денег. Мы называли это пиратской биржей. Я не верю. Некоторые пираты были очень жестоки. Многие в твоем детском доме осиротели по их вине. А у твоего приемного отца совесть взыграла, и он решил тебя усыновить. Но я должен заметить, что ты действительно очень сильно напоминаешь его в юности. Теперь я хочу, чтобы ты вернул то, что и так давно принадлежит мне. Иначе ты больше никогда не увидишь свою сладкую подружку. А другу? Передай следующее. Мы уже догадались, кто он. Просто не знали, что вы знакомы по детскому дому. Я сам свяжусь с тобой. Не глупи, девушка. Останется жива. Все эти годы меня растил убийца. Я такой же? Верди, послушай. Ты не такой. Забудь его слова. Нужно спасти Мелани и заставить их за все заплатить. Понял? Ясно? Да. Ты прав. Едем за грузом. Нам сюда? Нет. Направо! Сейчас подъедем. Будет у тебя. На всякий случай. Ты мне доверяешь? У меня просто нет выбора. Назад! Если мы выберемся, убью своего бывшего партнера. Вставай в очередь. Эй, Верди, хватит! Поехали! Давай быстрее! Да я и так еду очень быстро! Стой! Стой! Чисто.
Верди, Верди, очнись. Верди, как ты? Все нормально. Нужно выбираться, слышишь? Давай, идем. Стой! Осторожно! Что за черт? Ты как? Где это мы? Скорее заблокируй дверь. Давай. Вперед. Давай.
лицо. Они напоминают дохлых рыб. Сейчас другие примчатся. Идем. Смотри-ка. И машина есть. Ну как? Мы вернем Мелани, но... Я переоденусь. Отличная футболка. Да, только дырявая. Все, едем. Проблемы, босс. Что? Они взяли груз. И что нам теперь делать? Я потратил годы на подготовку этого дела. А теперь ты все испортил. Заткнись, я думаю. У нас нет времени, придурок. Не смей так со мной говорить. Не волнуйся, мы вернем груз. У нас девчонка. А давно я здесь не был. Не знал, что его закрыли. Это печально. Давай, Верди. Пора. Позвони. Да. Да. А, да, конечно. Я ждал звонка. Договоримся? Да, давай. Я меняю микрочипы. А взамен, значит, хочешь свою подружку. Эй, ты всегда был смышленым парнем. Это... Последний шанс. Их будет много. Я знаю. Готовься. Мы организуем им достойную встречу. Саня, прости меня. Ничего, брат. Мы уже вычислили предателя. Из-за него... Многие наши погибли. Пролилась кровь. Не подведите. Они заплатят. Мы отомстим. Никто не уйдет живым. Сегодня, братья, мы возьмем свое по праву. Ничего не отдадим. Да! 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 Эй! Он нужен мне живым, пока я не заберу чипы. Ты слышал? Ты слышал? Я слышал.
скотина, смеет мне приказывать. Идем! Мел? Где чипы? Отпусти! Где чипы? Не стреляйте! Стойте! Эй! Нет. Я искал тебя. Помнишь меня? А должен? Жили когда-то два брата. И вот однажды они столкнулись с местными бандитами. Спасся. А брата ты жестоко убил.
Да. Убил у тебя на глазах. Я отлично помню, что зарезал его как пса. И с тобой будет тоже. Убей его! Сани. Иди.
Не стой! Иди! Мел! Ферди! Нет, сначала отдай мне микрочип. Ну, живо! Бери. Тебе давно пора к папаше. Мел, держись! Ферди! Все, я здесь, с тобой. Верди! Не оставляй меня здесь, Верди! Верди! Ты же знаешь, что у меня есть дети! Верди! Ты же не хочешь, чтобы они остались сиротами! Я был сиротой. Верди! 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 Спасибо. Спасибо, Санни. И вас. Идем, брат. В ролях Робин Шу, Верди Пхаванта, Яюк Афунру, Марцо Фернандо да Силва, Эндрю Линкольн Сулейман, Карина Надила и другие. Давай еще раз. Эй!
Стой! Сюда нельзя! Держи! Эй, тихо! Нет! Не стреляй! Я сдаюсь. Ладно, я поверю. Но ты мне должен. Нет. Ладно, я поверю. Как верил тебе все эти годы. Начали! Она не закрывается. Я сейчас вернусь. Отдохни. И ничего не трогай. Эй! Я тебе не верю. Ты вкладывал деньги в мою компанию, Санни. Ты вкалывал деньги. Давай еще. Вкладывал деньги в компанию. Вкладывал деньги в компанию. Ты вкладывал. Снято. Больно. Начали. Так похоже на свою маму в старости. Я ошиблась. Как там яхта? Прости. Мы хотим удочерить мальчика. Заткнись! Мне плевать, как вы... Давай еще раз. Ничего, спасется. Санни, умоляю тебя. Спаси мою невесту. Не могу. Не могу. Не могу что? Так и сиди. Нас сейчас снимают. Что говорить? Да, что хочешь. Ну? Давай закончим. Сейчас я встану, и ты изобразишь любовь ко мне. Только естественно. Постарайся, дорогая. Это очень важно. Да, но только это ты виноват. Не понимаю, брат. Он как девчонка. Эти люди опасны. Они могут бить тебя. Что? Что? Это не игры. Эти люди опасны. Если мы не успеем взять у них... Что? 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 Это не игра. Эти люди опасны. Если мы не успеем взять у них... Внимание! Начали! Стоп! Красть нехорошо. Но я был голоден. Простите, я пытаюсь его... Я смотрю, вам непросто. Проблем хватает, все не то.
Мы с тобой должны эти документы... Стоп!